Акция мирная, это воздаяние похвалы небожителям, правящей партии «Единая Россия», в шуточной форме. То есть это можно приравнять как перформанс, флешмоб, это те мероприятия, которые во всем мире не запрещены. Это форма выражения общественного мнения, потому что многим людям не нравится форма выражения митинг, пикет, которые проходили недавно и которые проходят, может быть, не так, как им хотелось бы. Акция поклонения холопов в Новосибирске прошла не так, как планировали организаторы. За 10 минут до начала перформанса часть улицы Ленина, где расположен офис «Единой России», и общественная приемная Владимира Путина были перекрыты снегоуборочной техникой. Тогда организаторы постелили коврик справа от приемной и начали по очереди вставать на колени, кланяться и возносить хвалы партии и власти. Спасибо за систему образования, что подняли ее с колен и опустили на пол. Спасибо за науку, что денег в ней стало больше у кого-то, а у обычных работников ее, к сожалению, меньше. Еще раз поклоняемся нашим господам. О, властитель, ты могуч, ты бабла гоняешь туч. Нам оно не нужно, главное же дружба. Пред тобой склонюсь, за тебя проголосуй. Вы должны верить, что у нас 146% населения. То, что мы стали лучше одеваться, и у нас стало больше земли. Аллилуйя! Ангелы так оперативно появляются к нам. За то, что сквозь Тверь небесную падают спутники. О, паре, вы такие хорошие, а я, скромный холоп, пью перед вами челом. Это дары для нашей любимой партии «Единая Россия». Спасибо моей дорогой, любимой «Единой России» за ювенальную юстицию. Вместо заявленных 45 минут перформанс продолжался не более 5. Неожиданно один из зрителей развернул профессионально сделанный плакат. Полиция немедленно объявила мероприятие несанкционированным митингом и задержала организатора. У вас используются транспаранты, плакаты, мысли, цель и информация, распространенная в интернете, это является пикетом. Поэтому требование полиции прекратить вот это вот. Молодого человека с плакатом также доставили в отделение. Правда, при помощи зрителей и участников акции. Задержите того человека, который провел пикет, статья, а не нас. Как бы, вот те, он кто... пикет проводил, вот а люди отправляли религиозный культ. Дары ваши. А дары... Вот с дарами. Это не плакат. Поедем. Задержите его тоже, иначе вы как бы... Нехорошо поступаете. Нет, давайте вы... идите туда, храните его, я подойду сейчас. Да, ну, как гражданскую позицию свою активную. Подождите. Я представляю Россию, братья. Все.